Все, свободны все. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Если вы меня слышите, нажмите, пожалуйста, плюсики. Плюсики нажмите, если вы меня слышите. Ну, слышите меня? Да. Так. Не слышу. Так, слышите меня или нет? О, отлично. Вы знаете, у нас что-то так плохо работает интернет. Поэтому мы сегодня с вами будем отвечать на вопросы. И я вам буду сама что-нибудь рассказывать. Вы меня... Идет презентация. Значит, можете мне задавать вопросы по любым нозологиям и по тому, как принимать препараты. И мы вот так вот с вами будем общаться, потому что как бы очень сложно что-то у нас в последнее время с компьютерами, с интернетом. Мальчику 15 лет. В школе обнаружена варикоцеле. Ваши рекомендации. Ну, вы знаете, для мальчиков 15 лет достаточно критичный возраст. Это расширение семенного канатика. Поэтому, если урологи говорят, что нужно сделать операцию, чтобы убрать варикоцеле, нужно делать, иначе мальчик может остаться бесплодным. Вот это вот такая вот тема, решается она только хирургическим путем. К сожалению, другому никак вы это не уберете. Он с этим родился. Просто до этого возраста, до 15-16 лет, их обычно не оперируют. После уже пубертата их оперируют. Поэтому здесь просто надо разговаривать с хирургами. Так... Ну хорошо, пишите вопросы, мы пока начнем разговаривать. Значит, очень много вопросов. Я сейчас смотрю, много новеньких у нас. И у нас вообще очень много вопросов по визуму. Мы с него, в принципе, начинали. Вот, и поскольку проблема глаз сейчас, наверное, из-за такого количества мониторов, телефонов, книг, электронных и вообще огромного количества электроники, которые люди просматривают, она выходит на первое место. И глаз начинает очень быстро стареть. Раньше, если мы учились там 30 лет назад в институте и нам показывали катаракту, то это были 70-летние, 80-летние люди. Сейчас катаракта уже созревает 40 лет. 40, 45, 50. То есть в достаточно молодом возрасте, когда о катаракте раньше речь не шла. Потому что катаракта – это все-таки хрусталик, он постоянно восстанавливается. Вот. И когда замедляется процесс регенерации, начинает формироваться катаракта. Этому способствует, формированию катаракты способствуют какие-то заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь. То есть включается программа старения. Вот. Ой, извините, это мне телефон, одну секунду. Да, да, говори. Хорошо, 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 давай, все, давай. Хорошо, хорошо, давай, ага, давай. А вот, и поскольку хрусталик, он регенерирует всю, ну, должен регенерировать достаточно долго, когда начинает формироваться катаракта, это говорит о том, что регенерация хрусталика практически завершилась. И вот если вот между моими руками представить это хрусталик, то мои руки – это обычно где начинает формироваться катаракта, то есть на периферии. И поэтому очень долгое время люди не высказывают никаких как бы ощущений, то есть они хорошо видят, и потом уже начинается какое-то помутнение, они смотрят, у них резкость начинает пропадать и так далее. Потому что я вам говорила, что вот если вот моя рука и часы на ней, да,
и это представить как глаз, ой, не знаешь, как тут, вот, вот, вот это вот глаз, вот это вот середина вашего глаза. Вот когда образуется катаракта, она как раз вот, мы видим одной точкой в глазу. Вот, и это называется центральное наше зрение. Так вот, когда уже вот эта муть вся подходит к центральной точке, только тогда человек замечает изменения. И поэтому, когда вы начинаете закапывать визум, а чем раньше вы его начнете закапывать своим детям, тем лучше они не будут встречаться с проблемой близорукости, дальнозоркости в школе, закончить школу с хорошим зрением. Это тоже очень важно. Жизнь очень напряженная. Вот. Значит, если уже есть у детей какие-то изменения, там, астигматизм, еще что-то, много всего сейчас с глазами, значит, пожалуйста, закапывайте, то же самое, глаз у ребенка растет почти там до 20 с лишним лет, поэтому у него правильно будет формироваться сам глаз. Вот, после 20 лет уже, если вы начинаете закапывать визум, то вы к 40 годам не получаете катаракту, вы не получаете всевозможные другие возрастные уже изменения глаза. Ну, а если вы уже после 40-50 лет закапываете, то вы проводите профилактику как раз катаракты, глаукомы уже, макулодистрофии и так далее. Ну, и чем больше лет человеку, тем он просто сохраняет то зрение, которое у него осталось. Вот, вы должны понимать, что новый глаз не вырастет, сохранить надо то, что осталось. Поэтому вот эта программа визума, она длиной всю жизнь, можно сказать. То есть, если мы хотим иметь хорошие глаза, хорошее зрение, то мы его должны сохранять. Как его сохранять? Вот только таким образом постоянно поддерживать регенерацию всех слоев глаза. Вот, поэтому просто когда вы начинаете закапывать, вы капаете это часто и долго, там от 3 до 6, до 8, до 12, все по разной патологии капают по-разному. Ну, а кто уже, вот я, предположим, закапываю 12 лет, я капаю 1-2 раза в день. Вот, и все, больше я ничего себе не капаю, очки я не ношу. Ни разу еще не носила очки. Поэтому самое основное с помощью визума – это сохранить любое зрение, оставшееся, если болезнь. И вот когда вы начинаете закапывать визум, почему я про катаракту рассказываю так подробно? Потому что начинают закапывать, и на 7, 14, 21 день у людей вдруг начинает появляться вот после закапывания вот эта муть, про которую я говорю, такое, ну что-то такое, зрение становится не очень острое. И человек начинает паниковать. Почему-то у нас люди, когда пьют таблетки, они не паникуют. Но когда закапывают энергоинформационную воду в свой глаз, начинают паниковать. Но вы должны понимать, что когда вы закапываете визум, вы повышаете, во-первых, улучшаете качество своей слезы. Слеза – это иммунологический орган. Слеза, она омывает глаз, переднюю камеру глаза, убирает оттуда всех микробов, убирает оттуда отмершие клетки роговицы и так далее, и так далее. И за день у вас где-то через нос проходит по 8 мл этой слезной жидкости. Поэтому, когда вы повышаете иммунитет своего глаза, все инфекции, которыми вы болели, все инфекции, все отиты, синуситы, риниты и так далее, вся инфекция, которая у вас была в течение всей жизни, детские инфекции, это все находится в вашем организме. Ведь никуда ничего не делось. У нас в носоглотке сидит все. Вот, поэтому это все это воспаление начинает из глаза убираться. Вот, если появляется вот эта муть, то это говорит о том, что у вас уже есть начальная катаракта, просто ее еще не видно, она вот на периферии у вас находится. Поэтому, если у вас, значит, появляется вот эта муть, то вы 25 дней капаете, 5 дней перерыв. Почему? Потому что из глаза очень плохо уходит вот этот вот, вот эти вот растворившиеся слои вашего хрусталика. Потому что у нас в глаз входят две артерии, выходит одна вена. А вена как раз убирает вот эти вот все вещи. Поэтому надо 5 дней сделать перерыв, глаз за это время освободится от всего, и потом дальше будете продолжать. Так. Сейчас, подождите, какие-то вопросы пошли. Сейчас я посмотрю, что за вопросы. Мерзнет одна сторона головы. Сейчас.
Добрый вечер. Женщина 53 года проявляет реликтум, печень, коронар, оксинорм, визум. Жалуется на отечность в правой стороне тела. Боже мой, как это такое может быть? Значит, жалуются на отечность, послушайте вопрос, в правой стороне тела. Правильно она употребляет продукцию? Может быть, что-то надо добавить или убрать, или наоборот? Значит, что значит в ее понимании, вот я не знаю, что это такое, отечность в правой стороне тела. В какой стороне? Вы вот задаете врачу вопрос, и себе вам не странно? Левая сторона не отекает, а правая отекает. Что? Правое у нее кровообращение ухудшено во всей стороне, начиная от головы и заканчивая пяткой. В каком месте конкретно отек? Если под глазом отек справа, это может аллергическая реакция. Все, что с одной стороны, это вообще приравнивается к аллергии. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Вот, поэтому этой даме скажите, чтобы она измерила объемы своих ног. Вот, хотя бы нам, чтобы понимать. Если они будут разные, значит, действительно есть отек. Но это варикозные дела какие-то у нее. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такие вопросы, как бы, не нужно задавать. Это неправильные вопросы. Потому что обычно такого не бывает. Вот, а то, что ей кажется, это ей кажется. Пускай продолжает принимать реликту, принимать печень. Ох, правой стороне. Отечность. Не могу понять, что в левой нет, а в правой есть. Ну, вы сами подумайте, как такое может быть. У нас вообще все распределено одинаково. Руки пускай померяет, тогда мы поймем, о каком отеке идет речь. Вот. И посоветуйте ей пособлюдать питание правильное, убрать молочные продукты, все соленое, сыры, все копчености, колбасы и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас лето, жара. И поэтому у нее просто могут быть отеки от того, что она сыра с утра поела, молоком все это запила и творог поела, и еще что-нибудь. Понимаете, просто от этого, от того, что сейчас люди летом переедают соленое. Поэтому тоже от этого все может отекать, а совсем не от наших препаратов. Так, сейчас. На более правой стороне голове и мерзнет на стороне. Все просто, ей к психологу девушке пойти, чтобы с одной стороны еще и мерзла, мурашки могут бегать, мерзнуть ничего не может. Это вообще, знаете, все жалобы, связанные с сосудами головного мозга. Это к невропатологу. Пускай она сходит, пускай посмотрит. Я не понимаю, о чем вы задаете вопросы. Диана, 28 лет, 2 года страдает аллергией, которая выражается заложенностью носа и красноте глаз. С весны до осени без капель не может обходиться. Как ей помочь нашими препаратами? Ну, вы знаете, во-первых, надо понимать, на что у нее аллергия, на цветение, на что. Но если с весны до осени, это говорит о том, что на что-то реагирует, на какую-то пыль. Значит, надо сходить к аллергологу и поставить правильный диагноз. Что у нее? Это поленос или у нее это на книжную пыль, еще на какую-то пыль? Это нужно просто понимать. Из наших препаратов, значит, убрать молочные продукты тоже, убрать глютеновую пищу. Очень часто у аллергиков бывает просто неправильное питание, дополнительная аллергия. Ей обязательно эвиталию надо пить по одной капсуле 2-3 раза в день, восстанавливать микрофлору. Потому что что такое аллергия? Это как раз накопление антител. Вот. И пока она эти антитела не выведет, у нее ничего не произойдет. Нужен хороший желудочно-кишечный тракт. Поэтому эвиталию в капсулах, глютеновую пищу пока убираем, белый хлеб, молочные продукты и смотрим. Из наших препаратов назначаете ей тимус-2, 3-4 раза в день по 5 капель под язык. Назначаете ей лор и в нос, и в рот. Реликтум обязательно с небольшой дозы в теплом виде. Вместо кофе, чая тоже пить нельзя ей. Значит, потому что непонятно, какая аллергия пищевая, на что она реагирует. Вот, диагноза нет. Значит, тем более аллергия присоединилась недавно, всего 2 года, это не поленос. Значит, это, скорее всего, что-то связано с внутренними органами. Поэтому она должна понять, на какие продукты питания она реагирует. Вот, значит, реликтум обязательно, надо по 5 капель на полстакана воды. Вот, тимус-2, реликтум. Значит, дальше ей нужно печень, почки и
Селен с ангелом. Селена 30 капель на 200 мл воды, ангела 10. И она должна отмывать межклеточное пространство. И это она должна пить до следующей весны. Потихонечку там потом дозировки можно менять, но она должна это пить. Если ей станет легче, значит, она какую-то пищевую аллергию она пропустила. Потому что 28 лет, 26 лет она заболела, значит, у нее какая-то была, у нее есть сейчас пищевая аллергия. Так, сейчас я еще посмотрю. Так. Так, сейчас. Ой, блин, опять куда-то никуда полезла. Сейчас, вот. Так. Так, женщине 61 год. Ну, это уже был этот вопрос, я же вам сказала. Сейчас, подождите, посмотрите. Так, вот это 61 год, я уже отвечала на этот вопрос женщине. Нефросклероз двух почек, высокая мочевина, сахар. Я уже отвечала на этот вопрос Суханов Дмитрий. Еще раз вам сказал, пришлите мне ваши анализы. Что значит нефросклероз двух почек? Это почечная недостаточность, если у ней повышена мочевина, понимаете? Я сказала, креатинин, мочевина, белок, подагра, мочевая кислота. Что такое гиперфункция щитовидной железы? Мне это не надо, гормоны. Вот, понимаете? Атрофический гастрит. Ну что атрофический гастрит? 59 лет атрофический гастрит. Реликтум, желудок ей нужно и пищу всю протертом виде, ну в таком обработанном. Котлеты и все тушеное. Все, атрофический гастрит уже сложно с ним. Салютом еще назначите. А по этой женщине вы мне спрашивали. Что-то непонятно, какой-то этот... Мне 57 лет, у меня сильные боли в районе аппендицита. Была сделана колоноскопия, где поставили диагноз атрофический колит. А как лечить, никто не говорит. Ну, вы знаете, Валентина, при чем здесь атрофический, атрофический колит, а лечить никто не говорит. Вы знаете, у меня такое впечатление, что у вас не атрофический колит, из-за этого у вас сильные боли в кишечнике, а из-за того они у вас, из-за того, что у вас был аппендицит, вот, и там спаечный процесс. Поэтому вам не колоноскопию надо делать, а сходить к хирургу, который вас оперировал или еще что-то, чтобы они посмотрели вам живот и сказали, нет ли у вас спаечного процесса. Потому что при спайках кишка фиксируется. У нас кишечник плавает, вот так плавает. Вы не думайте, что он там приколочен гвоздями. Поэтому он у нас набрыжит, и он вот так вот у нас плавает в желудочно-кишечном тракте. Ну, так, конечно, грубо, но все равно. Когда делают операции, после... Мы же не знаем, у вас был аппендицит нормальный, или там, предположим, был с каким-то выпотом, вот, типа флегмонозного. Поэтому очень сложно мне как бы сориентироваться, вот. Но такое впечатление, что у вас все-таки спаечный процесс в брюшной полости. У некоторых после операции бывают вот такие вещи, поэтому это вы у хирургов уточните. А что вот по поводу колоноскопии, диагноз атрофических колит? Ну, значит, во-первых, нужно понимать, есть ли у вас запоры или нет. Вот, и первое, что это, конечно, Виталия. Вам надо постоянно ее пить, чтобы у вас атрофический колит, это когда нарушено... слизистая самой кишки. Это очень неприятное заболевание, при котором вообще-то бывают хронические запоры, должны быть они. Вот. И, значит, Виталию вам нужно пить постоянно. Реликтум вы пьете постоянно, хотя бы месяцев 6-9, а дальше посмотрим. Значит, на полстакана теплой воды, 5-6 капель вы начинаете реликтума, и вместо чая, вместо кофе вы все это пьете. Ни в коем случае вам нельзя есть глютеновую пищу, белый хлеб, вот это все убираете, всю глютеновую пищу. Из молочных продуктов оставляете только кефир, творог и сыр плотный, но тоже там хорошего качества, твердые в основном сыры. Вот. Значит, потому что иногда на глютеновую пищу возникает атрофический колит.
И, к сожалению, об этом узнали совершенно недавно. И если вы будете продолжать есть белый хлеб, макароны, белый рис, то вы будете усугублять течение атрофического колита. А так, если вы уберете глютеновую пищу, начнете принимать наш реликтум, эвиталию, то через 6-9 месяцев, если будет у вас улучшение самочувствия, то значит, у вас сама стенка кишечника начнет регенерировать. Обязательно вам надо тоже селен с ангелом, потому что ангел очень хорошо действует как раз на соединительную ткань, то есть вот на все ткани, которые у нас есть в организме. Вы берете 20-30 капель селена, добавляете его в 200 мл воды и 10-15 ангела. И пьете постоянно. Значит, реликтум, ангел... Реликтум вы по 5-6 капель начинаете на полстакана теплой воды, 3-4-5-6 раз в день, сколько хотите, пейте. А потом постепенно эти капли увеличиваете и количество воды до стакана 3-4 раза в день. Вот вам просто нужно восстанавливать стенку кишечника. Вот, значит, и присоедините тимус-2. Тимус-2, который у нас как раз убирает аутоиммунный компонент. И вот этой девушке, которой 28 лет, тоже с аллергией, тоже тимус-2. Не помню, сказала я или нет. Вот. Поэтому, значит, обязательно, если у вас есть запоры, нельзя вам ни в коем... Или вы долго пили слабительные. Бывают такие тоже вещи. А может быть, все вместе. Значит, поэтому вам нужно... Если есть запоры, нужно обязательно принимать буталакс. Я уже говорила, по одной таблеточке 3 раза подберите ту дозу, на которую у вас будет ежедневный стул. Значит, печень, желчные протоки, это все приветствуется, потому что я не знаю, что у вас там, вы не написали. Вот, печень по 5 капель 3 раза, можно под язык, можно в столовую ложку воды. Желчные протоки в 4 стакана воды, тоже 2-3 раза. Потому что обычно всегда вот эти атрофические дела, они связаны с ферментопатиями. Вот, поджелудочную железу тоже добавьте, вам 57 лет уже, добавляйте поджелудочную железу тоже по 5 капель под язык перед едой. Все тушить, ничего не есть сырым. Значит, овощные рагу, котлеты приветствуются. Рыбные котлеты, мясные котлеты, какие хотите. Никаких колбасных изделий, никаких копченостей, никаких солености, это ко всем относится. Никаких полуфабрикатов, ничего нельзя. И самое главное, убрать глютеновую пищу. И посмотрим. Так. Мне 51 год, диагноз витилиго. Пью с 13 лет. Реликтум, цирин, кость, 16 сосуды, печень, почки. Да что мне еще добавить? Ну, я бы вам тимус-2 добавила. Тимус-2, костный мозг и селезенку. Да. Тимус-2, костный мозг и селезенку. Потому что витилиго – это аутоиммунный процесс. Вот. При нем часто развиваются аутоиммунные заболевания, такие как поражение щитовидной железы и так далее. Поэтому тимус-2 по 5 капель хотя бы утро-вечер. И костный мозг, селезенка с печенью. Видите, вы там... Да, печень у вас есть. Значит, костный мозг, селезенка – это как органы кроветворения, иммунной защиты. Вам тоже пригодятся в плане вот убирания антител из вашего организма, чтобы у вас не пострадали другие органы, чтобы не было диабета, чтобы не было поражения щитовидной железы и других внутренних органов. Пожалуйста, Суханов Дмитрий. Так, дальше. Так, ну пишем вопросы. Так, пишем вопросы, я продолжу про глаз. Второе самое неприятное заболевание, тоже часто встречающееся, с роговицей, особенно, сейчас я дальше начну отвечать, особенно это сухость глаза. Вот при сухости глаза до 5-6 раз в день капаете в глаз, восстанавливаете слезу. У пожилых людей сухость глаза еще часто, сейчас вот мы много очень встречаем случаев, когда у них идет закупорка слезных протоков. Вот, и у них слеза появляется через 8, 9, иногда и 12 месяцев.
они там реликту пьют, и салютом пьют, все подряд. Вот, но все-таки нужно просто набраться терпения, слеза все равно появится. Просто все зависит от возраста. Так, у меня удаленный желчный пузырь. Иногда болит печень. Печень не болит. Значит, поэтому, Тамара, то же самое, что я говорила вот этой женщине. Поменьше глютеновой пищи, поменьше сырого творога, поменьше всего в жизнь. Пища должна быть механически, химически щадящая, потому что желчный пузырь, я думаю, камни у вас были не один год там. Поэтому у вас может быть панкреатит реактивный. Ничего сырого, никаких трав, особенно петрушки, укропа, лука, чеснока, ненавидит это просто поджелудочная железа. Пшено нельзя этим людям с удаленным желчным пузырем, никакой малины, не любит косточки мелкие, желчь тоже уже поджелудочная железа, потому что это все равно все поступает в двенадцатиперстную, и на любые косточки вырабатывается огромное количество желчи, и просто перегружаете поджелудочную железу, поэтому вам нужно пить печень по 5 капель 3 раза до еды, вам нужно купить себе желчные протоки по 5 капель, всем, у кого удален желчный пузырь, нужно принимать печень с желчными протоками, вторичная профилактика камнеобразования в протоках, пьете долго, месяца 3-4 пьете прям регулярно по 5 капель желчных протоков 3 раза в день, потом можете 1-2 раза в день. И обязательно подсоединяйте поджелудочную железу. Обязательно. Похож у вас все-таки на реактивный панкреатит. Вот. Сейчас, извините. И все это надо вам пить долго тоже, чтобы диабет себе не заработать второго типа. Ну и, конечно, реликтум. Понимаете, реликтум при всех случаях жизни, реликтум Вселенной Ангел, это то, что, как сейчас любят говорить, чистит наше межклеточное пространство, восстанавливает наш матрикс. А чтобы пройти первую фазу очищения, надо 120 дней. Вот думайте, господа, сколько вам надо лет почиститься, чтобы хотя бы очиститься немножко от чего-нибудь. Вот. Я как раз сейчас сижу и пью реликтум. Мужчина 67 лет, атеросклероз. Нефроктомия, боже мой, сахар для этой работы типа, гипертоническая ангиопатия, господи, где вы такого нашли? Неля Кан, Неля, где ты такого, какой подарок нам нашла на нашу голову? Ишемические нарушения мозга, господи, гемиплегии, парез лицевой, жировая дистрофия, хронический пилинг, выписку отправила на почту, но пока Вити нет, он будет только в понедельник. Ну, что я тебе, Нелли, хочу сказать? По сахарному диабету он должен получать инсулин. Гипертоническая ангиопатия, ишемические нарушения, это у него все связано с атеросклерозом и нефроктомией, что он очень долго ходил с очень высоким давлением. Поэтому П1, П2 просто лить. Вместе с теми препаратами, которые ему назначили врачи. Капать все церебрумы с оксинормом и визуум в глаза ему. Вот, потому что у него все это связано с заболеванием почек, и он очень долго ходил при гипертонической болезни 220-240 на 120. И раз ему сделали нефроктомию, была нефроника, склерозирована почка. Вот, поэтому на этом фоне. Вот, поэтому тяжелый случай, реликтум. По капельке салютума добавляйте в реликтум, чтобы хотя бы сохранить единственную почку ему. Инсулин надо колоть, потому что таблетки никакие этому человеку пить нельзя. И П1, П2 нормализовывает давление, визум. Ну, в общем, тяжелый случай, что я могу сказать, печень. Все надо. Но что потянет первое? Первое должен потянуть П1, П2. Но жить хочется всего 67 лет. Мы это прекрасно понимаем. Вот. Ну что делать? Женщине 80 лет. Медцикльная аритмия. Ой, спондилоартроз с резкой болью в правый бок. Ой. Ну, аритмия мерцательная. Ей должны назначить лекарства врачи. Не лезьте никогда в мерцательную аритмию. Из наших препаратов назначайте ей
сердце и сосуды, 80 лет. А мерцательная, она должна сидеть на препаратах, которые не дают сгущаться крови, чтобы у нее тромбов не было. И на противоаритмических препаратах. Это уже врачи решают. Вы только сердце можете назначить. Спондилоартроз, артроз с резкой болью в правый бок. Ну это что, забедренный сустав, что ли, у нее? Хоть бы написали, где. Ну, наверное, это забедренный сустав. Ну, там уже 80 лет, наверное, не спондилоартроз, а там, наверное, уже коксартроз. Поэтому, ну, что мы можем ей посоветовать с ее-то возрастом и сильной болью? Нужно, чтобы врачи что-то посоветовали ей. Там сейчас какая-то методика есть, я не знаю, откуда вы, Сергей Гунькин. Вот, из наших препаратов в таком возрасте уже вряд ли что ей поможет с суставами. Вот, здесь нужно назначать противовоспалительные препараты. Ну, типа, вот сейчас последний препарат такой неплохой, аркоксия. Он очень хорошо снимает воспаление. 90 миллиграмм, одна таблетка утром. Вот. Значит, ну, реликту можно ей посоветовать. И на этот бок, где у нее там болит, ну, вот я имею в виду тот сустав, где с какой стороны у нее болит, можете ей посоветовать реликтум пить и на полстакана воды разводить. В горячей воде разводить реликтум и прикладывать себе на полчаса на это место, значит, прям вот этот горячий компресс, ну, чтоб ей родственники положили, потом сверху целлофан, и сверху еще полотенце, теплым все надо укрыть. Полчаса держит, потом быстро снимают и опять тепло кладут. Ну, пускай попробуют вместе с аркоксией, может, полегче станет. Ну, вы знаете, 80 лет, ой, 80 лет остеопороз, понимаете, в этом возрасте, остеопороз, там уже половина позвоночника уехала вниз. Поэтому говорят, я вам сказала, как по-русски это говорится, даят, вот, поэтому для этого нужно КТ делать, МРТ, что-то позвоночника и тазобедренных суставов, для того, чтобы был диагноз. А не спондилоартроз 80 лет человеку ставить. Смерцательной аритмии, которая не возникает на фоне этого болевого шока, который, я понимаю, человека болит. Поэтому, пожалуйста, КТ, пояснично-крестцового отдела и обоих тазобедренных суставов. Тогда мы будем разговаривать. Говорят. Ну что, в деревне где-то с вами? Сейчас, одну секундочку. Да. Да. Да, просто да. Да. Давайте. Угу, пожалуйста, пожалуйста. Так, дальше. Сейчас, подождите, тут что-то еще пришли. Рада вас приветствовать. Я Фатима с Владикавказа. Здрасте, здрасте. При встрече консультирую с вами насчет боли в суставах коленей. Вы мне на велосипеде не стоит кататься. Какой продукт и как правильно применять? Ну как какой продукт? Селен с ангелом растворяете. Ну как вы всегда говорите, там на 200 мл воды 30 капель ангела, 20 капель, наоборот, 20 капель, 30 капель селена, 20 капель ангела. И кости пьете по 10 капель 2-3 раза в день. У вас... У всех, господа, женщины, у всех артрит, артроз. У всех артроз. И этот артроз, и мужчины тоже слушайте, и вы, женщины, все слушайте. Артроз, он во всех суставах. Не только в коленках, не только в плечах. У нас 800 суставов. И с возрастом он развивается у всех. Не хотите, чтобы он у вас развивался? Уберите молочные продукты все на 6-8 месяцев, чтобы не окислялось ничего в организме лишнего. Уберите все консервы, копчености, солености, вот, и, значит, это все употребляйте, пейте реликтум и делайте вот так же, как я сказала, на полстакана воды там или на четверть стакана воды горячей, прям разводите 5-6 капель реликтума, коленка, которая болит, прогреваете ее заранее чем-нибудь, вот там, грелка, чем хотите, потом сразу накладываете вот этот реликтум, можно даже не очень отжимать его, сверху целлофан, и сверху опять это горячее полотенце и что-нибудь еще. И так на минут на 30. И сидите с этой коленкой. Потом быстро снимаете, можете натереть какой-то еще мазью. И опять в тепло. И спать ложитесь. И так каждый день. И у вас это будет проходить у всех. Вот. На велосипеде не надо кататься. И купите себе наколенники. Ходить, чтобы
и у вас колени не испытывали дополнительной нагрузки. Но ходить обязательно надо, потому что как только заболевает колено, и вы садитесь, у вас идет атрофия мышц. Потом вообще не встанете. Так. Ну, вот все, что я сказала. Женщина 67 лет, артроз второй стадии. Питание 28-дневное. Всем нормализовывать вес. Значит, там все написано. Как раз вообще нет глютеновой пищи в этом питании. Значит, 28-дневное питание. Это самое главное. Вот, то, что я сегодня говорила. Ангел, селен, кости. Побольше костей 10-15 капель 2-3 раза в день. Вот, потом, значит, ей обязательно нужно, и всем вот, у кого болевой синдром, церебрум обязательно, он восстанавливает как раз все эти нервы наши. Вот, реликтум обязательно пьем и снаружи делаем компрессы каждый день. Вот, и смотрите, в течение 3 месяцев, как вы только все это убирали, у вас становится лучше, лучше и лучше. Из молочных продуктов вы можете себе 1 раз в неделю, а лучше в 28 дней, когда заканчивается, съедаете кусочек сыра, съедаете кусочек творога, выпиваете сколько там, чуть-чуть молочка, и опять на 28 дней правильно питаетесь, потом 3 дня у вас есть что-то попробовать, по чуть-чуть. То, что было нельзя. Все, господа, что ешь, тем и болеешь, другого нет. Бабушке страшно делать МРТ, может не выдержать. Ну, я понимаю, что пожилой человек, что у нее это аритмия. Ну, вы хотя бы ей обезболивающие какие-нибудь колите, вы понимаете? Ну, говорят, МРТ делать страшно, может не выдержать. Но она и так может не выдержать от такого болевого синдрома. Хорошо, не делайте ей ничего. Ангел, селен, как я только что говорила, кости ей давайте там по 15-20 капель. Давайте ей аркоксию, может, ей поможет. Прикладывайте на это место и на позвоночник, на тазобедренную кость, куда хотите. Я ж не видела вашу бабушку, ей 80 лет. Прикладывайте, где болит, где пальцем пнет, туда и прикладывайте реликтум ей в теплом виде. Ну и посмотрим, понимаете, этот возраст, 80 лет, там может быть все, что угодно. Знаете, там и метастазы могут быть. Я не просто не знаю, я же не видела ни разу этого человека. Сергей Гунькин. Ну, вы хоть сами, вот понимаете, вы мне задаете такой вопрос, я человека ни разу в жизни не видела. Какая-то жалоба, 80 лет, может быть, все что угодно у человека, помимо там артрита, артроза или еще что-то, спондилеза какого-то, понимаете? В этом возрасте всегда исключают онкологию в первую очередь. Ой, с ума можно с вами сойти. Дальше. Женщина, опять Гунькина. Пила с февраля салюты, капала визум и похудела на 4 килограмма. Весит 48, перевес 56. Ей, наоборот, нужно поправиться. Слушайте, ну что мы еще кормить должны? Ну вот она похудела. А что она похудела? От церебрума? От ангела она похудела? От сердца она похудела? А что она похудела? Эта женщина, она и весила 48 килограмм. При росте 56 сантиметров, да, вата. А может, она нервничала просто. Лето было жаркое, кушать не хотелось. Понятно? Поэтому просто надо вместе с нашими препаратами пить еще. Надо еще мясо есть, и надо есть масло сливочное, и все надо ей есть, и творог надо есть, все. А эти, как правило, дамы, которые весят, у них так дефицит веса был почти 10 килограмм, они вообще ничего не едят. Еще бы откуда, где она живет, в каком районе. Понимаете, лето. Сейчас никто не ест, все худеют, потому что жарко, теряют воду, и никто не хочет пить. Ну, конечно, можно сойти с ума, потому что вы меня спрашиваете про 80-летнего человека без единого анализа с их ощущениями. Понимаете, я же вам не девочка, которая пришла откуда-то с улицы и читает презентации. Я вообще доктор. Поэтому, если вы хотите получать нормальные ответы, вы должны задавать человеку нормальные вопросы. Давайте я вам сейчас задам вопрос. У меня болит правое ухо? Или левое ухо у меня болит? Что вы мне можете посоветовать от того, что у меня болит в правом боку? Вот ваши вопросы. Поэтому вы...
должны понимать, что вы разговариваете с доктором разговариваете, который этими продукцией этой занимается больше 12 лет. Вы знаете, сколько мне задают вопросов в регионах, когда я туда приезжаю? И люди уже знают, что нельзя задавать мне вопрос, у меня болит правое колено. А если вы хотите просто чисто так, чтобы я вам говорила, да, вам это все поможет, это не в нашу компанию. Это в те компании, которые вам от всего могут помочь. Вот и все. Поэтому я так говорю, Римма, что можно с ума сойти, потому что я не могу, я не экстрасенс, я не вижу, понимаете? Из Москвы в тот регион, даже не знаю, что за регион, с которым я разговариваю. Конечно, сначала нужно делать анализы, потом уже обращаться к доктору. Вы в поликлинику приходите, говорите, доктор, у меня вот это болит. Говорю, ну и что? Что, прям все сразу падают, врачи, на пол и начинают что-то предпринимать резкое? Вас посылают на обследование. Значит, если вы хотите мне задать правильный вопрос и получить правильный ответ, потому что у нас все препараты работающие, все, понимаете? Все работающие препараты. У нас нет ни одного препарата, который не работает. Вот, поэтому я должна понять, тем более 80 лет. Ну, значит, при остеопорозе, который сейчас развивается достаточно рано, должна вам сказать, что у женщин, особенно со сниженной массой тела, и у кого наступает раньше, рано, всякие дисфункции яичников, это уже можно начинать делать после 30-35 лет. Вот, поэтому мы принимаем, как правило, на 100-200 мл воды, но это кто сколько привык, это не имеет значения особенного. Значит, вы капаете 20 капель селена, ну, на начальной фазе, и 10 капель ангела. И в течение дня мелкими глоточками выпиваете. Для чего? Для того, чтобы чистить межклеточное пространство, выводить токсины. Ангел – это наша соединительная ткань. Вот, то есть он вам будет выводить токсины из мышц, изнутри внеклеточной жидкости. Ну, на 70% вы состоите из соединительной ткани, человек состоит. И кости. По 5 капель, хотя бы утро-вечер. Или, если не может, просто 5 капель утром. Ну, вот это возраст 30-35 лет. Если вам больше 40-45 лет, вы уже дозировку селена увеличиваете до 30 капель, ангела до 15, и уже кости пьете где-то капель 10, 5-10 капель 2-3 раза в день. Если вам уже 50, и у вас уже климакс больше года, поймите, женщины, все, у которых прекратился менструальный цикл, что в течение первых 4 лет после прекращения менструального цикла вы теряете 40% костной массы. Вот, поэтому, еще раз подчеркиваю, особенно женщины с низкой массой тела. Особенно, потому что у вас нет жировой клетчатки, у вас нету, не задержалось в жировой клетчатке, у женщин задерживается в жиру большое количество эстрогенов. Поэтому женщины, у которых есть 15-20 килограмм лишней массы, ну, 15, конечно, лучше. Сейчас, одну секундочку. Они, как правило, у них долго не развиваются все эти вещи. Почему? Потому что у них есть запас эстрогена в жировой ткани. Поэтому, значит, что делают наши кости? Если ангел и селен отмывает как бы ваше клеточное пространство, ну, реликтум там, конечно, да, все с реликтумом это еще, то кости, вот когда у нас здоровая кость, у нас вот такая вот плотность костей, когда цикл заканчивается, то в кости, в самой в кости, там есть специальные клетки, называются остеокласты, которые постоянно вызывают регенерации кости и держат ее плотность. После прекращения менструального цикла только работают остеобласты на разрушение костной массы. На разрушение. Поэтому, когда вы начинаете принимать наши кости, то мы с вами восстанавливаем, то есть не даем кости только разрушаться, а еще и регенерировать. Вот и все. Мы чисто физиологически с вами работаем. При этом вы не пьете никаких гормонов. Не едите никакого кальция, только кальций из продуктов питания, то бишь натуральный.
Открывайте интернет, ищите, где больше всего кальция природного, и едите его. Вот, потому что кальций – это микроэлемент. Вот, и когда сейчас очень много людей последние 20 лет пили кальций усиленно, вот, то сейчас мы имеем проблемы с сосудами в виде кальциевых инфарктов. Поэтому берегите свои сосуды, не надо их заранее засорять, потому что после 60 лет кальциноз сосудов еще сам начинается. Поэтому вот так вот, то, что называется остеопороз. Мы все пьем, я сама тоже пью. Это, во-первых, и деформации ноги не будет. Здесь мы еще проводим профилактику. Не забывайте все про десну. У вас не будет десна уходить. Чем раньше начнете кость пить хотя бы по 5 капель, тем у вас не будет дольше уходить десна. При сахарном диабете она у всех уходит. Потом зубы невозможно себе никакие поставить на нее, на эту десну. Вот, поэтому прием костей – это не только остеопороз. Прием костей – это у вас родовая полость, не уходит десна, особенно женщины, у вас не уходит мышечная масса, у вас не проседает лицо, особенно после 50 лет. Вы пьете кости, у вас хорошие вот эти ноги у нас особенно страдают у всех, кто рожал детей особенно, ходил на высоких каблуках, этот начинается вот этот вот, да? На стопе все уходит влево, вот это тоже профилактика вот этого ужаса на ногах. Вот поэтому здесь очень много всего завязано на селении, ангеле и костях. Что 73 года возраст? Не поняла, что значит 73 года возраст. А, ну 73 года, господи, конечно же, в 73 года уже все, что я сказала, селен капель 30, ангела капель 20 надо, и костей уже надо по 15 капель 2-3 раза в день. 73 года это уже. Конечно, надо, Рима, сдать анализы, конечно, надо провериться, чтобы разговорить грамотно со мной. Так. Валентина Ефремова. Это из Санкт-Петербурга, что ли? Там заболели в животе. Мы же с вами общались. Мы же с вами общались. Вот. Потом вы мне еще раз их присылали. Мы с вами общались. Я вам говорила, что вам правильно поставлены все диагнозы. Ничего там у вас нет такого сложного. Вот. Поэтому пейте наш релакс. Церебрумы. Церебрум, релакс, ангел, селен, ой, да, ангел с селеном, реликтум. И все будет проходить. Я все помню. Вас точно запомнила. Так. Если на почках кисты, что нужно делать? Ну, вы знаете, поликистоз – это врожденная патология. Если у вас нет изменений в анализах мочи, то есть мочевина, ну, во-первых, нету белка в моче, нету у вас лейкоцитов, эритроцитов, значит, функция почек не нарушена, то есть инфекции там никакой нет. Если у вас в анализе биохимия нормальная мочевина, креатинин, мочевая кислота, то тоже. Если на УЗИ у вас небольшие кисточки в почках, это называется поликистоз. Но когда киста начинает сдавливать почку, деформирует ее и мешает фильтрации крови, вам бы об этом сказали. Поэтому с целью профилактики всевозможных, ну, неприятностей со стороны почки... Ой, да что ж такое? Я бы вам посоветовала пить почки, просто чтобы у вас она не нарушалась, эта фильтрация. Поменьше есть мяса, но наши почки, они... вызывают регенерацию нефронов самих, которые фильтруют кровь, ведь почка в день фильтрует 200 литров крови. При этом образует 130 литров первичной мочи, которая и омывает наши все клетки, и в результате этого наш организм получает достаточное количество жидкости, а получает не от того стакана или двух стаканов воды, которые мы выпиваем.
Вот, поэтому, чтобы вам не волноваться, пейте реликтум. Вообще, у кого есть проблемы с почками, пейте почки, печень обязательно, потому что печень берет на себя тоже часть нагрузок по фильтрации крови, если что-то происходит с почками. Вот, и всегда, чтобы хорошо работал кишечник, потому что если у вас есть склонность к запорам, это не важно, есть у вас кисты в почках, нету, всегда вторичная нагрузка на печень и почки по фильтрации токсинов. Просто надо это знать и следить за своим кишечником. Сейчас лето, огромное количество овощей, фруктов, просто должны все это тушить и есть, тушить и есть. Вот, для того, чтобы очищать свое межклеточное пространство. И кишечник тоже. Микрофлора обожает просто все это. Микрофлора просто все обожает. Вот, так что вот такие дела. Так что не обижайтесь за мою резкость. Она для того, чтобы вы понимали, что я не могу просто так вам отвечать, как гадалка на вопросы. Не могу, понимаете? Я врач, я не могу. Я отвечаю за каждое свое слово. И перед вами, и перед собой. И еще кое-перед кем. Вот, так что, вы знаете, что-то у нас со связью, но я думаю, на следующей неделе будет лучше интернет. Вот, и я вам тогда закончу как раз по глазным болезням. Я вам прям презентацию прочитаю. Потому что действительно визум настолько интересный продукт. И обязательно, конечно, вот у кого ставят макулодистрофию или глаукому ставят, вы должны капать те препараты, которые вам назначают доктора, но и капать тут же визум, капать тут же церебрум, сосуды. Вот. А после 55 лет вообще рекомендую, что есть жалоб, нет жалобы, капайте визум, сохраните свое зрение. Ну, я вам дочитаю эту презентацию. Женщина 60 лет, 6 продуло, высыпал герпес на спину под рукой, и правую грудь уже проходит. Но есть уплотнение у груди, болит, принимает тимус-1, селен, костный мозг, салютом, реликтум. Но, вы знаете, не понимаю, что такое есть уплотнение у груди, болит. Вот, значит, приложите на это место, вот как мы говорили, реликтум теплый, прям вот приложите ей теплый реликтум на 15-20 минут, а потом туда же марлечку можно на тоже минут на 30 с салютом. Салютом вообще, знаете, что салютом очень хорошо снимает болевые синдромы. Вот, с реликтовым вместе. Поэтому можете ей туда положить и декорис побрызгайте. Декорис вот у нас приехал или сегодня люди. А, Ирина Петровна была в Калининграде. Вот, и я знаю этого мужчину, у него прошел нейродермит, который он там всю жизнь не мог вылечить на нашем, ну, на диете, конечно, без этой, без посленовых. Вот, значит, и на нашем декорисе, там печени, почки и так далее, по учащению реликтум и так далее. Поэтому реликтум с салютом и на позвоночник болит, прикладывайте. Но только все в теплом виде. Салютом шприц набирайте, там, миллилитр два, и тоже его под горячей водой до 30 градусов погрейте. Потом тоже положили салфеточку на теплую кожу, ну, потому после реликтума. И прям туда раз-раз-раз и шприца, сразу салфетку, сверху опять горячее полотенце такое, ну не горячее, теплое, чтобы все было теплое. И минут 30 лежите. Потом еще раз вытащили оттуда и продолжаете в тепле не раздеваться ничего. И вообще, когда герпесы, когда у вас болят коленки, когда у вас болят ноги, не мойте их, не охлаждайте тело свое, тем более лето. Вторичная инфекция, иммунитет, этот, как его, иммунитет ослаблен. Сейчас даже что-то там пробило. Так, есть такой вопрос. После родовой геморрой очень часто бывает сильное кровотечение. Что делать? Ну, во-первых, непонятно, какой послеродовый, наружный или внутренний геморрой. Но это, вы знаете, что бы я вам посоветовала сразу сделать, тем более послеродовой, я бы вам посоветовала сделать УЗИ, значит, сосудов таза. Нет ли у нее расширение вен тазового дна. Вот, потому что такой сильный геморрой не должен быть у молодой женщины. Что-то там не так. Обязательно нужно,
Да что ж такое? Только откуда все вопросы пришли? Только я захотела закончить. Так, сейчас, подождите. Вот. Значит, во-первых, сделать ей УЗИ малого таза, посмотреть, ли нет у нее внутреннего геморроя и вообще расширение вен малого таза. Это очень, не очень хорошее заболевание. Все посмотреть, что касается малого таза. Вот, никакой твердой пищи нельзя тужиться при геморроях. Значит, дальше печень надо смотреть тоже. УЗИ малого таза на предмет варикоза, расширение вен малого таза, печень обязательно посмотреть. Значит, и реликтум пить, и салютом, значит, берете наконечник от микроклизмы, в 10-граммовый шприц набираете 2 мл салютума, немножко его подогреваете, вазелинчиком обработали наконечник, вставляете на ночь в прямую кишку, чтобы уже больше не сдавать, и тихонечко вводите салютом. Если наружный геморрой, после этого салфетку с салютом прикладываете снаружи. Вот, никакой жирной пищи, ничего нельзя. Никакого молока, никакого кефира, ничего нельзя. Вот, и сделайте, пожалуйста, УЗИ малого таза. Ой. Так, дальше. Господа, мне надо бежать. Ну ладно, сейчас еще 5 минут. Ребенку 8 месяцев. Можно давать капли щитовидки и коронар? Зачем капли щитовидки 8 месяцев? А что с вашим ребенком не так? Почему вы решили давать ему капли щитовидной железы и коронар? Зачем ему сосуды-то? Коронар, это же у нас сосуды. Или сердце. Коронар. Кардин. Кардин у нас сердце. Значит, 8 месяцев ребенку одну каплю щитовидной железы можно капать. Любому. Не имеет значения. А значит, в отношении коронара я не понимаю, зачем вам он. Юля Мингулова, уточните, почему коронар? Что у ребенка не так с сосудами? Церебром лучше ему дать. Что нужно пить от папиллом? Очень большая, как от нее избавиться? В каком месте папиллома у вас? Напишите, пожалуйста, в каком месте папиллома? Так, Чумарина Светлана, напишите, в каком месте папиллома? Папилломы на коже не бывает. Папилломы растут только на слизистой, в желудке, в кишечнике, в матке. Где папиллома? О чем вы говорите? А? Ну, Светлана, давайте, вы только последнее написали. Быстренько, мы вас все ждем. Где папиллома? У кого папиллома? Сколько человеку лет? Если вы такое большое образование, просто идете к косметологу, и вам лазером все убирают, все. Никак вы от нее по-другому не избавитесь. Но это не папиллома. Еще раз говорю, папилловирус находится на слизистых, а не на коже. Все, что находится на коже, это совершенно другое. Идите к врачу, дерматологу, чтобы они посмотрели, что это такое, чтобы ничего не просмотреть. Ладно, все. До пятницы, любознательные вы мои. Хорошо? Все, всем привет. У нас в Москве немножко холодает. Мы так устали от этого лета двухнедельного. Желаю всем хорошего настроения. И готовьте в пятницу нормальные вопросы доктору. Нормальные. Все, счастливо. До встречи.